Я не могу понять. Мы столько людей сравняли с землей и не можем справиться с одним. Пошли вон отсюда. Пойдемте. Только написал племяннице «побудь у тети» и все. Понимаете, не вернулся домой. Не знаю, что делать. Я всех знакомых обзвонила, но его никто не видел. Даже по работе должен был встретиться с несколькими людьми, но и с ними не встречался. Исчез, понимаете? Вдруг исчез. Нет, загадочным путем нигде нет. Вы можете сказать его имя и фамилию? Да. Равшан Махмудов. Равшан Махмудов? Да. Ему около 55 лет, невысокого роста, так? Да. Эх, Махмудов, Махмудов. Что? Я его знаю. Мы вели расследование по его делу. У него на даче совершили убийство. Что? По его словам, это было намеренным преступлением. Но это всего лишь догадки. Мы все выясним. Я не знала об этом. Вы хотите сказать, на его даче нашли труп? Да, на даче нашли труп. Я не могу понять, куда он мог пропасть. Равшану Махмудову было сказано не покидать город. Потому что это дело еще не закрыто. Если он не имеет отношения к трупу, если ему запрещено покидать город, а может, его похитили? Сейчас же так происходит, да? Происходит. За большие деньги похищают людей. Равшан был не бедным. Гражданка, успокойтесь. Сейчас на ум придет всякое. Он для нас очень важный объект. Мы его обязательно найдем. Вы не переживайте. Мы продолжим поиски. Ладно, тогда я пойду. Если будут новости, мы вам сообщим. Спасибо. Обязательно сообщим. До свидания. Здравствуйте. Принесла чай. Здравствуйте. Может, чаю? В следующий раз. Труп на даче. Его исчезновение. Дай Бог, чтобы все было хорошо. Куда он мог пропасть? Тетя? Да, сейчас. Тетя, все в порядке? Да, все в порядке. Почему беспокоишься? Все в порядке. Тетя. Тетя. Да. Минуточку. Я почищу зубы.
Тетя? Алло. Шахрух, ну что? Я нашел тот адрес. Хорошо. Только будь осторожен, пожалуйста. Не беспокойтесь. Что тебе нужно? Мне нужен твой шеф. Я должен с ним поговорить. Кто ты такой? Он знает о твоем визите? Скажите, что это связано с делом Кадыра. Он поймет. Жди здесь. Сегодня к вечеру отправим. Да, так. Шеф, к вам пришли. Кто? Говорит, связано с Кадыром. Пусть заходят. Хорошо. Обыщи его. Заходи. Все, я вас понял. Договорились. Я не ждал этой встречи. Ты часто путаешься под ногами. Судьба. Но я хочу сам писать свою судьбу. Не переоценивай себя. У каждого своя судьба. Не умничай. Зачем пришел? Это твои украденные деньги. Значит, ты тоже в этом деле? Я не имею никакого отношения к этим делам. Между нами появилась проблема. Я пришел решать ее. Как эти деньги оказались у тебя? Это же не наши украденные деньги. Да, это те украденные деньги у тебя. Но я к этому не причастен. Тогда пусть придет тот, кто причастен к этим делам. Теперь это дело решаю я. Оставь Кадыра в покое. Пусть все останется на своем месте. Кто ты такой, чтобы учить меня? Не болтай много. Возьми деньги и покончим с этим. Ты думаешь, я прощу того, кто обокрал меня? Почему я должен так сделать? Тебе придется это сделать. Иначе Кадыр сообщит в полицию некоторые вещи. Послушай меня внимательно. Я уничтожу и Кадыра, и его семью. Ты меня понял? Сам знаешь. Делай, что хочешь.
Хочешь, бери деньги. Если не хочешь брать деньги, Кадыр сдаст тебя в полицию. Ладно. В этот раз прощаю. Но если еще раз он появится передо мной, я его здесь закопаю. Договорились. Все? Он больше не повторит эту ошибку. Стой. Теперь вернемся к основной проблеме. Ты будешь держаться подальше от Азлим. Я тебе и раньше отвечал на это предложение. Если Азлим желает со мной встречаться, тогда меня никто не остановит. Я хочу этого. Пойми, не всегда получается так, как мы хотим. У меня получится. Ты очень переоцениваешь себя. Ты влюбился в Азлим? А тебе-то что? Отвечай. Ты ей кто? Я ее семья. Тогда слушай внимательно. Азлим мой друг. Между нами ничего нет. Если что-то случится, я сообщу тебе первым. Первым. Слушай меня, иностранец. Это уже второй раз. Ты идешь против меня. В третий раз я не буду жалеть тебя. Слушай, выясни, кто этот иностранец. Зачем прилетел? Я должен знать о нем все. Все. Понял, шеф, когда узнаем, что нам делать. Оповестите меня. Хорошо. Брат Мустафа, я вернулся, все уладил. Если выйдете, обо всем поговорим. Ты уже уходишь, дочка? Да, папа. Иду в университет. Ладно, хорошего дня. Спасибо. Счастливо оставаться. Азлим. Да. Вчера забыл сказать. Я хотел познакомиться с твоими друзьями. Не поняла. Зачем тебе это? Разве я не вправе узнать, с кем моя дочь проводит время? Хорошо. Я познакомлю вас с ними. Ладно, буду ждать от тебя вестей. Это для меня очень важно. Хорошо, папа. Я пошла. Береги себя. Вы тоже. Что, Сердар, ждешь отца? Нет, тебя. Почему меня? Чтобы тебя отвезти в университет. Спасибо, не нужно.
Я сама доберусь. Не капризничай. Я сам тебя отвезу на машине. Идем. Не поняла? Все ты понимаешь. Идем. Сердар, мы же с тобой договаривались. Алло? Алло. Как вы? Хорошо, спасибо. Как сами? Знаете, мне так неудобно. Что-то случилось? Мне кажется, как будто я нахально себя вам предлагаю. Вы, наверное, думаете, что я ради денег, ради дома и богатства делаю это. Но я это все делаю от чистого сердца. Лола, вы не думаете об этом, хорошо? Я не могла видеть, как вы страдаете. Хотела вам помочь и облегчить вашу боль. Я не могу забыть ваши слезы. Лола, пожалуйста, не говорите такие вещи. Я же знаю вас. Поэтому не думайте об этом. Знаете, я для вас нашла замечательный дом. Такой красивый, уютный. Только осталось договориться с хозяином. Мне очень понравился этот дом. Правда? Да, из всех домов, что я видела, этот самый красивый. Теперь вы тоже увидите. Так быстро? Потому что очень хороший дом. Если сейчас не купим, его очень быстро продадут. Вы меня слышите? Да, слышу. Я вас тоже утомила. Нет, не утомили. Будьте спокойны. Хорошо. Ладно, берегите себя. Спасибо вам, Нигина. Увидимся. Хорошо. Неплохое начало. Вот, у меня есть дом. Но у меня другая цель. Сердар, что происходит? Все в порядке? Надо поговорить. О чем? Могу я спросить? Спрашивай. Азлем, кто я тебе? Близкий. Близкий мне друг. Всего лишь? Что ты хотел услышать? Любой может быть другом. Разве я не отличаюсь от них? Конечно, отличаешься. Мы вместе выросли. Ты мне ближе всех. Правда? Да. Даже того друга иностранца? Не поняла. При чем тут он? Ответь. Он так же близок, как и я? Говори открыто. Ясно, я получил ответ. И какой же ответ? Я для тебя наравне со всеми. Не имею отличий. Просто друг. До того обычный, что не отличаюсь от друга, которого ты знаешь пару дней. Ты ведешь себя как маленький. У каждого есть свое место. А может, я не хочу быть просто другом? Я не поняла.
Что ты хочешь этим сказать? Может, я люблю тебя. Не подумала об этом? Как так? Азлем. Я люблю тебя. Перестань. Ты мой близкий друг. Не более. Другого между нами быть не может. Пожалуйста, я не хочу этого больше слышать. Вот ваш дом. Это кухня. А это гостиная. Очень светлый и уютный дом. Да. Как я мечтала. Ну как? Вам понравилось? Конечно. Я не знаю, как вас благодарить. Наоборот. Я вас должна благодарить. Вы осуществляете давнюю мою мечту. Кстати, мой муж скоро приезжает из командировки. Он хочет познакомиться с вами. Хочет лично поговорить. Вы поймите его правильно. Я рассказывала вам, как невеста родила нам ребенка, а потом вернула его обратно. Поэтому мой муж не доверяет никому. Но сам он очень хороший человек, добрый. Все в порядке. Я просто задумалась. Дом мне очень понравился. Я рада. Идемте. Я покажу вам комнаты. Хорошо. Азлем. Да. Я буду ждать тебя у входа. Не нужно. Вот и горячий кофе. Привет. Привет. Как твой друг? Ему уже лучше? Да, ему намного лучше. Я очень рада. А как у тебя отношения с папой? Он начал меня понимать. Я очень рад. Кофе остынет. Хочу, чтобы и впредь было так.
Шахрух, я здесь. Привет. Азлем? Что случилось? Ты внезапно позвала меня? Или соскучилась? У меня есть к тебе просьба. Слушаю. Я хочу познакомить тебя с отцом. Не понял. Папа хочет познакомиться с моими друзьями из универа. А у меня нет друзей, кроме тебя. Ну, не знаю, странно как-то. Если вы познакомитесь, это будет на пользу нам обоим. Ну, если нам на пользу, давай, познакомь нас. Когда? Хорошо. Когда? Сегодня. Сегодня? Да. Но это не займет у тебя много времени. Познакомитесь и все. Заранее хочу предупредить, у отца тяжелый характер. Будь готов к этому. Хорошо. Ты это говорила. Он не застрелит меня? Не застрелит? Нет, нет. У него добрая душа. Не бойся. Вот и кофе. Спасибо. Этот иностранец живет у Кадыра, знакомый его брата. Мне нужна вся информация. Семья живет в Узбекистане. Отец – знаменитый бизнесмен. Знаменитый бизнесмен, говоришь? Значит, влиятельный. Мне надоел этот иностранец. Узнай о семье, где он проживает. Я хочу знать о них все. Хорошо.